В эфире телеканал CBC и радио CBC FM новости. В студии я, Лили Гусейнли. Здравствуйте. Для начала коротко о главном. Ровно три года назад, 3 октября 2020 года, поселок Сугоушан был освобожден от армянской оккупации. Битва за Сугоушан считается одним из самых значительных сражений азербайджанской армии на Северо-Восточном фронте во Второй Карабахской войне. Госдепартамент США не подтвердил утверждение Армении, якобы имевшей место в Карабахском регионе Азербайджана этнической чистки. Соответствующим заявлением выступил пресс-секретарь Госдеп Мэтью Миллер. В турецком городе Кахраман-Мараш, где в феврале этого года произошло землетрясение, построят азербайджанский квартал. Турция и Израиль налаживают двухсторонние отношения. Как заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, в скором времени Анкару с официальным визитом посетит израильский премьер Биньямин Нетаньяху. Кыргызстан при содействии Азиатского банка развития реализует программу по диверсификации экономики. Особое внимание уделено поддержке малого и среднего бизнеса и возможностям развития экспортного потенциала страны. Сегодня исполняется три года со дня освобождения от оккупации армянскими вооруженными силами сел Сугоушан и Талыш Тартарского района Азербайджана. 3 октября 2020 года азербайджанская армия очистила оба села от армянских оккупантов. 27 сентября 2020 года азербайджанская армия начала контрнаступательную операцию в ответ на интенсивный обстрел позиций азербайджанской армии и населенных пунктов вооруженными силами Армении из крупнокалиберного оружия, минометов и артиллерийских установок различного калибра. Первыми атаками вооруженных сил Азербайджана по юго-восточному и северо-восточному фронтам были прорваны оборонительные укрепления армянской армии. Азербайджанская армия начала продвижение по фронту. В результате успешной операции азербайджанская армия 3 октября полностью освободила от оккупации села Талыш и Сугоушан. Впервые Сугоушан был освобожден от оккупации азербайджанской армии в 1991-1992 годах. Однако в апреле 1994 года село было вновь оккупировано армянскими бандформированиями. Президент Азербайджана, верховный главнокомандующий вооруженными силами Ильхам Алиев, 3 октября 2020 года, спустя почти 30 лет после оккупации, объявил об освобождении Сугоушана, который стал первым ударом железного кулака. Битва за освобождение Сугоушана считается одним из важнейших сражений азербайджанской армии на северо-восточном участке фронта во время Второй Карабахской войны. В ходе боев на Сугоушан-Акдеринском направлении были уничтожены 4 танка 77-го танкового батальона вооруженных сил Армении, а 3 танка взяты в качестве трофеев. В результате артиллерийских ударов азербайджанских войск по полосе обороны 5-го горно-стрелкового полка вооруженных сил Армении в Акдеринском направлении были уничтожены 4 боевые машины этого полка, который понес большие потери убитыми и ранеными. Личный состав нескольких подразделений полка оставил боевые позиции и бежал с поля боя. С освобождением Азербайджаном Сугоушанского водохранилища от оккупации был нанесен удар по энергетическому потенциалу армянских сепаратистов. Обеспечен экологический баланс в подаче воды в Тартарский, Гюранбойский и Евлахский районы. 3 октября 2021 года президент Ильхам Алиев поднял флаг Азербайджана в поселке Сугоушан и селе Талыш Тартарского района. В тот же день в Тартаре с участием президента состоялось открытие после реконструкции малых гидроэлектростанций Сугоушан-1 и Сугоушан-2. Уже с января было восстановлено водоснабжение поселка Сугоушан и села Талыш Тартарского района. 20 марта 2022 года, в день праздника Новрус, президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева разожгли праздничный костер в поселке Сугоушан. В тот же день глава государства и первая леди заложили фундамент новой мечети в поселке Сугоушан.
Вместе с селами Сугувушан и Талыш 3 октября от армянской оккупации были освобождены села Мехтили, Чахырлы, Ашагы Маралян, Шайбей, Гуйджак, Джабраильского района и село Ашагы Абдурахманлы Физулинского района. Госдепартамент США не подтвердил утверждение Армении о якобы имевшей место в Карабахском регионе Азербайджана этнической чистки. Соответствующим заявлением выступил пресс-секретарь Госдеп Мэтью Миллер, выступая на регулярном брифинге. По его словам, США крайне серьезно относятся к утверждениям об этнических чистках и геноциде, и без доказательств в так называемую этническую чистку верить в США не намерены. Вынесение вердикта по вопросам геноцида или этнических чисток требует обстоятельного процесса, основанного на доказательствах. На данный момент я не могу озвучить каких-либо заключений на этот счет. Это не то, о чем я могу говорить с какой-либо степенью уверенности с этой трибуны. Мэтью Миллер также заявил, что Госдеп США призывает Азербайджан и Армению вернуться к мирным переговорам, чтобы обсудить оставшиеся вопросы и в конечном итоге прийти к решению. Есть и другие вопросы, помимо Карабаха, которые являются предметом спора между Азербайджаном и Арменией. И мы хотели бы призвать стороны вернуться к мирным переговорам, чтобы обсудить все нюансы и в конечном счете прийти к решению этих вопросов. В Ханкенде не зарегистрированы ущерба гражданской общественной инфраструктуры, в том числе больниц, школам и жилым домам, а также культурным и религиозным структурам. Об этом говорится в итоговом заявлении, посетившей Карабах миссии ООН. Миссия отметила, что правительство Азербайджана готовится к восстановлению в городе медицинского обслуживания и некоторых коммунальных услуг. Миссия не получала каких-либо обращений от опрошенных местных жителей или от собеседников в связи со случаями насилия в отношении мирного населения после последнего прекращения огня. Проезжая через Агдам, который является частью территории, восстанавливаемых Азербайджаном, миссия наблюдала разрушение и разминирование, а также проводимую правительством реконструкцию. Представители бывшего преступного сепаратистского режима, утверждавшие о якобы блокаде и голоде в Карабахе, разоблачены. В армянском сегменте социальных сетей опубликованы видео, наглядно демонстрирующие, что в Карабахе десятки складов с накопленными продуктами. Пользователи соцсетей в армянском сегменте интернета утверждают, что, несмотря на это, преступная хунта продолжала измываться над проживавшими там армянами Карабаха, моря их голодом. Сок, макароны, алле, хуй его, хей. Подробнее эту тему обсудим с нашим гостем Эльчином Алооглы, главным редактором портала Милли Ас. Здравствуйте, Эльчин Мелим. Добрый день, приветствую вас. Благодарю. Итак, мы можем наблюдать очередные доказательства того, что блокада, о которой так твердили пропагандисты в Армении, все-таки оказалась лживой и является просто политизацией гуманитарных вопросов. Как вы думаете, какие цели преследовал теперь уже бывший преступный режим? Начнем по порядку. Вопрос в том, что сам термин блокада, она абсолютно и напрочь неприменима к той ситуации, которая была искусственно создана на территории, временно находящейся под контролем российских миротворцев. Во-первых, потому что термин блокада подразумевает под собой
насильственное лишение всех пунктов проживания мирного населения, маршрутов доставки и путей сообщения. Во-вторых, блокада подразумевает под собой вооруженное противостояние по линии вооруженного противостояния, которое проходит именно вблизи населенных пунктов, исходя из чего мирное население, невооруженные люди не могут получить продукты первой необходимости, горючее, топливо и лекарственные препараты. И в-третьих, самое последнее. Блокада подразумевает под собой фактически доказанность действий или деяний, творимых одной из сторон. Это во-первых. Во-вторых, армяне, трубившие о том, что якобы они находятся на блокаде, напрочь забывали о том, что Азербайджан неоднократно, причем беспрерывно предлагала маршруты доставки продуктов, горючего, топлива, лекарственных препаратов и фармацевтических техник и отдельных решений отдельных вопросов, связанных с некоторыми гуманитарными проблемами, находящихся на территории Азербайджана граждан Армении. Потому что Карабахская Армения в массе своей, они являются никем иным, как гражданами Армении. Вопрос в том, что Карабахская хунта, это сепаратистское образование, она не только является сепаратистской по своей сути и по своему содержанию, но некоторые представители этой хунды возомнили себя криминальным олигархом, криминальной олигополией. И исходя из этого действия, например, некий Виталий Баласанян, печально известный не только нам, но и самим армянам, руководил наркокартелем. И многие сотни гектаров наркотических посаженных и культивируемых промышленным путем наркотических и наркосодержащих растений именно находились под контролем Виталия Баласаняна. Кроме того, Виталий Баласанян также заведовал продажей, доставкой и распределением сигарет и спиртных напитков. Арай Карутнян руководил путями снабжения топливом. Самвел Бабаян руководил незаконными путями снабжения оружием и боеприпасами. То есть верхушка, клика, это камарильи, это бандформирование, они были также и криминальными олигархами. И они лишились, естественно, после того, как на Лачинской дороге был построен погранично-пропускной пункт своих доходов. Но среди них отдельно осипником стоял Рубен Варданян. Именно он руководил нещадно варварским, грабительским эксплуатацией недр Азербайджана. Именно он зарабатывал миллионы, и эти миллионы направлял на финансирование террористических групп, террористических образований и на политическое вмешательство в процессы в самой Армении. Также Рубен Варданян финансировал отдельно созданный армянский батальон, который в Украине ныне воюет против украинской армии. То есть человек занимался спонсированием международного терроризма и путем внедрения своих агентов в Армении, попыткой государственного переворота в самой Армении. Такая грустная песня «Блокада» закончена ничем, точнее пшиком, потому что сами карабахские армяне неоднократно в социальных сетях, а также в телеграм-каналах до этого сотни раз утверждали о том, что вот они пошли покупать хлеб был в магазине, но им не дали. Но потом дело дошло до откровенного трагифарса, когда сепаратистская камарилья, этот сепаратистский колхоз, внедрил продуктовые талоны, якобы для решения возникшей гуманитарной катастрофы и угрозы голода. О каком голоде, о какой угрозе могла пойти речь, если в самом Хангельде в 18 складах находилось более 18 тысяч тонн муки и мучных изделий. О каком голоде говорили сепаратисты, когда в Аскеране, бывшем Агдере, в Кожевянском районе, 23 складов принадлежал Самвел Бабаяну и Виталию Баласаняну, находились более 7 десятков тысяч бутылок растительного масла и других продуктов. Я не буду перечислять, это весьма длинный список. И самое главное, в самом Хангельде камарилье жило припеваючи. Они наслаждались французскими коньяками, причем никто из них не употреблял местный, на весь мир якобы известный арцахский вина. И почему-то армяне присвоили не только наши земли тогда, присвоили также слово Арцах, потому что Арцах – это совершенно не армянское слово, это древнеалбанское, древнетюркское слово, означает место, где живут достойные и решительные люди.
то есть место, где живут герои. Так вот, после блокады Армения начала получать определенные преференции от этой мистификации, от этого идификса, но сами карабахские армяне остались ни с чем. Зарабатывали на них все, кому не лень, и Пашинян, и дашнаки, и так называемая оппозиция Армении. Тот же самый Вазген Манукян, воспользуясь якобы помощью бывший премьер-министр Армении, о нем говорю, Вазген Манукян, воспользуясь тем, что якобы в Нагорном Карабахе, по его мнению, тогда как на самом деле давно уже нет такого понятия, как Нагорный Карабах, он открыл, учредил гуманитарный фонд помощи карабахским армянам и благополучно присвоил более 2,6 миллионов евро. То есть судьба этих денег неизвестна. Навряд ли Вазген Манукян их вернет. Далее. Небезызвестная террористическая организация ЦХКРОН, руководимая небезызвестным также Жераром Сефильяном, учредил 7 гуманитарных фондов. Многие из них находились в самом Ереване, некоторые в Гюрусе, в Масисе, в Гюмрю. И начал собирать продукты питания, предметы первой необходимости, а также наличные деньги якобы для помощи карабахским армянам. А также небезызвестный Мика Бургер, не буду называть его по имени, блогер, в кавычках, тоже собирал деньги для карабахских армян. Но упаси Господь карабахских армян от такой помощи, потому что ни цента, ни копейки, ни грамма от этой помощи не было доставлено в Ханкенди. Наоборот, из Ханкенди годами, десятилетиями выкачивали деньги не только ресурсы Азербайджана, природы, но и деньги самих армян. Типичный пример. Руководимый Саме Балаяном и Виталий Баласаняном Арцахбанк, небезызвестный, находящийся в Ханкенди, 3 года беспрерывно призывала карабахские армяне вложить деньги в золотые депозиты. Карабахские армяне вложили свои деньги, но эти деньги пропали. Ныне, вот вчера, они обратились в Гюрусию, в Армавире, в армянском, и в самом Ереван для того, чтобы получить свои деньги. Но им ответили, что мы этих денег в глаза не видали и даже не знаем, где они находятся, почему были собраны. То есть эта блокада также послужила определенной плодотворной, весьма плодотворной почвой для создания определенного мифа про золотой запас Нагорного Карабаха. Потому что золотого запаса как такового никогда не было и не будет. Но под эту фикцию новоявленный Остап Бендер, реинкарнация вот этого Остапа Бендера, который в самом Ханкенде мы часто наблюдали, в лице Самвеля Бабаяна, Аркадия Бугасяна, Бако Саакьяна, кстати, он тоже был бенефициаром этого блокадного мифа, они обогатились. А Райка Рокинян за счет мифа о блокаде купил несколько отелей в Черногории, в Сочи, Краснодаре. Виталий Баласанян приобрел отели в Португалии, в Испании. Аркадий Гугасян увеличил свой капитал в России, потому что он давно работает с Самвелом Карапетяном, руководителем концерна «Ташир». То есть Самвел Карапетян же является самым богатым армянином России. А что касается других мелкотравчатых сепаратистов, они тоже возымели определенный профит, определенный гешефт от этого дела. То есть веками лелеемая мечта всемирного армянства, всемирного хаизма, о великой Армении, о якобы мифе Тиграна Великого, о каком-то несуществующем и иногда и наоборот отпочковавшемся как бацилла во многих местах, например, есть 8 столиц Армении, называемых Тигранакерт, рядовые армяне от этого ничего не выиграли. Наоборот, они проиграли. Те карабахские армяне, которые напрочь отказываются якобы, хотя это на словах только, от реинтеграции и жить, получения гражданства Армении, они попросту напуганы, они обмануты. Я вас уверяю, если мы начнем реинтеграцию проводить более интенсивно, а я в этом абсолютно уверен, и в том, что Нагорный Карабах будет определенной витриной Азербайджана для всего мира, как надо сосуществовать различным этносам, между которыми вели кровавые борозды межэтнического конфликта, а мы решим этот конфликт, почти что решили. Идет не вялый куш, а интенсивное обезоруживание сепаратистов, идет возвращение к нормальной жизни тех семей, которые десятилетиями находились под игом оккупации. Да, Эйчин Мелим, благодарю вас за ваш содержательный ответ, однако хотелось бы отметить, что это не единственный миф, распространенный армянами, который был развинчен в последнее время. Мы также слышали заявление со стороны миссии ООН, которая
высказалась однозначно, что формулировка этнической чистки может и не подходит к ситуации в регионе. Такую же версию выдвинул и Госдепартамент США. Можно ли сказать, что все-таки международное сообщество уже начинает открывать глаза относительно того, что действительно происходит в регионе Южного Кавказа? Я, честно говоря, не питаю никаких иллюзий насчет международного сообщества, потому что это же самое сообщество в течение десятилетий в упор отказа видеть реалии. Это же сообщество в течение десятилетий не направило ни одну миссию мониторинга на оккупированные армянами земли. Но худо беда начала. Мы верим в тому, что наконец-таки ООН и другие международные организации вынуждены, они неспроста распространяют заявление Госдеп, и Вашингтонский обком, и ООН, они просто вынуждены осознать и удостовериться в том, что никаких этнических чисток на территории освобожденных от армянского ига нет и не может быть. Там, да, идет чистка, но не этническая, а простая санитарно-гигиеническая чистка. Мы чистим следы армянского сепаратизма для не граждан, просто азербайджанцев, а для сломивших армян, чтобы наконец-таки они после очень длительного времени наконец-таки начали жить как нормальные граждане Азербайджана, чтобы они знали, что сулит им гражданство Азербайджана, которое отличается от эфемерного гражданства несуществующего государственного образования и тем паче паспорта Армении. Я абсолютно уверен, что многие карабахские армяне, которые уехали в Армению, через некоторое время желают вернуться назад к своим домам. Благодарю, Эльчин Мялим. Спасибо, что ответили на наши вопросы. Спасибо. Напомню, что на прямом подключении со студией был Эльчин Алаоглы, главный редактор портала «Милли Ас». Продолжаем наш выпуск. Никаких юридических оснований противодействовать реинтеграции Карабаха в состав Азербайджана нет. Принадлежность Карабаха Азербайджану никогда не вызывала вопросов у международного сообщества. Об этом говорится в статье известного британского издания The Guardian. В статье подчеркивается, что нахождение Карабаха в пределах официально признанных границ Азербайджана никаких сомнений не вызывает. А война в Украине еще раз подчеркнула важность суверенитета и территориальной целостности как основы международного права. Газета отмечает, что с этой точки зрения никаких юридических оснований противодействовать реинтеграции Карабаха в состав Азербайджана нет. Армения совершила многочисленные зверства против азербайджанцев. В то время, как Азербайджан никогда не нападал на гражданское население армянского происхождения. Наоборот, обеспечил безопасную среду для их интеграции. Об этом написал пресс-секретарь Министерства иностранных дел Айхан Гаджизаде в своем аккаунте X в связи с публикацией посла Финляндии в странах Южного Кавказа Кирстина Ринен об отъезде армян из Карабаха. По его словам, закрывать глаза на заявления Организации Объединенных Наций, Управления ООН по координации гуманитарных вопросов, Международного комитета Красного Креста, Верховного комиссара ООН по делам беженцев о том, что Азербайджан не выселяет силы армян, не что иное, как лицемерие. В турецком Кахраман-Мараше, где произошло землетрясение, построят азербайджанский квартал. Об этом заявил руководитель аппарата Государственного агентства жилищного строительства Азербайджана Фарман Гурбанлы во время выступления на форуме «Всемирный день населенных пунктов». По словам Фармана Гурбанлы, азербайджанский квартал рассчитан на 1000 квартир, и на данный момент уже определены материалы, которые будут использованы для строительства. При выборе материалов в первую очередь учитывалась сейсмическая активность Кахраман-Мараше. 6 февраля в Турции произошло сильное землетрясение магнитудой 7,7. Его очаг в провинции Кахраман-Мараш залегал на глубине 7 километров. Азербайджан первым направил помощь Турции в соответствии с поручением президента Азербайджана Ильхама Алиева. В целях ликвидации последствий разрушительного землетрясения в Турции и поддержки поисково-спасательных операций в братскую Турцию было отправлено 940 человек. В том числе спасатели, медицинский персонал и волонтеры. В поисково-спасательных операциях, проведенных в районе Кахраман-Мараш, спасли из-под завалов 53 человека. Азербайджанские врачи оказали медицинские услуги в общей сложности более чем 3000 человек. Вот
Судебное разбирательство в отношении Роберта Менендеса, проармянского сенатора штата Нью-Джерси, обвиняемого в коррупции, начнется 6 мая 2024 года. Ранее прокуратура Южного округа Нью-Йорка объявила о выдвижении обвинений против Менендеса. Отмечается, что рупор армянской пропаганды в США Менендес и его жена Надин Арсланян были вовлечены в коррупционные связи с тремя бизнесменами из штата Нью-Джерси и получили сотни тысяч долларов в качестве взяток. Сенатор принимал наличные деньги, золотые слитки, дорогие автомобили и прочие ценные вещи взамен на политические услуги. По версии прокуратуры, Менендес предоставлял чувствительную правительственную информацию и оказывал давление на сотрудников Министерства сельского хозяйства США. В частности, он мог влиять на решения исполнительной власти, касающиеся военных продаж и помощи некоторым странам. К концу года может состояться официальный визит премьер-министра Израиля в Турцию. Об этом ранее заявил глава турецкого государства Реджеп Тайип Эрдоган. Ожидается, что в ходе визита Бениамина Нетаньяху в Турцию будут обсуждаться вопросы экономического и политического сотрудничества, а также региональная безопасность. Подробности в следующем материале. В турецко-израильских отношениях наступает новый период. В силу ряда причин на протяжении долгих лет активные политические контакты между Анкарой и Тель-Авивом фактически были приостановлены. Лишь в 2022 году стороны достигли согласия о возобновлении дипломатических отношений, что стало первым шагом на пути нормализации связей. В марте 2022 года, впервые за 14 лет, состоялся визит президента Израиля в Турцию. Несмотря на то, что позиции сторон по ряду вопросов разнятся и по сей день, у Анкары и Тель-Авива есть историческая возможность сблизить позиции. Впрочем, сам турецкий лидер настроен решительно. Думаю, визит Нетаньяху в Турцию, который он не смог совершить из-за проблем со здоровьем, состоится примерно в октябре-ноябре этого года. После этого состоится мой ответный визит. Турция и Израиль сотрудничают во многих областях. Наличие новых направлений сотрудничества также является важным фактом. В особенности, Европа находится в поисках устойчивых источников энергии после начала российско-украинской войны. Известно, что Израиль стремится экспортировать свои ресурсы в Европу, и наиболее рациональным здесь является маршрут через Турцию. Именно экономический аспект может стать ключевым фактором в нормализации отношений между Турцией и Израилем. Эксперты уверены, у сторон есть опыт сотрудничества, а существующие разногласия сторон с легкостью решатся за счет экономического взаимодействия. Оба лидера осознают важность сотрудничества с точки зрения национальных интересов. Мы видим желание тесного сотрудничества в энергетике, но этот процесс пока продолжается, ведутся переговоры. Тесное сотрудничество между Турцией и Израилем в таких сферах, как разведка, оборонно-промышленная отрасль, существовало еще с 40-х-50-х годов прошлого века. В последние годы наблюдались определенные проблемы, но этому процессу вновь был дан старт. Вопрос безопасности является одной из главных проблем для всего мира. После начала российско-украинской войны в регионе сложилась новая геополитическая реальность, с которой обязаны считаться все акторы. Создаются многосторонние форматы сотрудничества и в политико-экономической интеграции. Дипломатические усилия по вопросу нормализации отношений со всеми соседями в этом контексте являются продолжением внешней политики Турции. Если говорить о нормализации турецко-израильских отношений, то нельзя не отметить вклад Азербайджана. Думаю, что формат сотрудничества Азербайджан-Турция-Израиль будет выгоден для всех сторон. Перспективы сотрудничества с Израилем очень высоки, но невозможно все время занимать единую позицию по определенным вопросам. Это доказывают и американо-турецкие отношения. Формально это союзники, но по многим вопросам позиции бывают совершенно противоположными. В этом и заключается особенность дипломатии. Тем не менее, я считаю, что развитие отношений с Израилем сыграет положительную роль и с точки зрения устранения проблем США. Политические проблемы не стали серьезной преградой для экономического сотрудничества между Анкарой и Тель-Авивом. Экономические показатели показывают положительную динамику не первый год. Согласно заявлению турецкой стороны, товарооборот между странами в 2022 году составил 9 миллиардов долларов, а за 5 лет планируют достичь показателей в 15 миллиардов.
Особый интерес у сторон вызывает кооперация в энергетике. Сегодня Турция превратилась в безопасный транспортно-логистический центр всего региона. По всей видимости, в Тель-Авиве также принимают во внимание данный факт. Ранее турецкий лидер Раджеп Тайип Эрдоган по итогам встречи с израильским премьером Бенямином Нетаньяху в Нью-Йорке заявил, что стороны могут начать совместные бурения в Восточном Средиземноморье для дальнейшей добычи и транспортировки природного газа по территории Турции. Ожидается, что в ходе визита главы израильского правительства в Турцию по большей части будут обсуждаться вопросы экономического сотрудничества. Но эксперты уверены, что и политическое сближение стран – вопрос времени. Силы безопасности Турции проводят крупномасштабную антитеррористическую операцию под названием «Герои» по всей территории страны. Об этом сообщил глава МВД Турции Али Ерликаян на своей странице соцсети X. По его словам, в ходе операции против террористической организации ПКК уже задержано около 90 человек. Антитеррористические мероприятия против ячеек террористов прошли в 18 городах страны. Ранее стало известно, что ВВС Турции нанесли авиаудары по позициям террористов ПКК на севере Ирака после попытки теракта в центре Анкары. Согласно приведенным данным, уничтожено 20 объектов, нейтрализовано большее число террористов. По состоянию на 3 октября 2023 года по всей Турции было проведено 466 контртеррористических операций, в которых принимали участие 13 440 сотрудников служб безопасности. В рамках нынешней операции «Герои» было задержано 12 членов террористических организаций в Мерсине, Ване, Шанлыурфе, Мардине и Айдыне. Не менее 55 подозреваемых в терроризме были задержаны в ходе операции в Диярбакыре, Газиантепе, Стамбуле, Бурсе, Батмане, Денизли, Адане, Кайсери, Анталье, Конье, Испарте и Коджаэли. А мы продолжим наш выпуск экономическими новостями, о которых расскажет моя коллега Медина Курбанова. Сегодня отмечается 14-я годовщина принятия Нахчеванской декларации. Лежащая в ее основе идея сформировала к сегодняшнему дню эффективное региональное объединение – Организацию Тюркских государств. Объединившись в рамках этой инициативы, тюркские страны сегодня продвигают всестороннее сотрудничество в политической, экономической, культурной и социальной сферах. Нахчеванская декларация подписана Азербайджаном, Казахстаном, Кыргызстаном и Турцией в октябре 2009 года на 9-м саммите глав государств тюркоязычных стран. Документ лег в основу Тюркского совета в 2018 году. В совет официально вошел Узбекистан, а Венгрия получила статус государства-наблюдателя. В 2021 году Тюркский совет был переименован в Организацию Тюркских государств. Тогда же все члены ОТГ в статусе наблюдателя были приняты и Туркменистан. Здесь является располагающим также отметить видение тюркского мира до 2040 года. Это прежде всего кооперативные связи между финансовыми учреждениями, промышленными компаниями, что является специализирующимся на основе сегодняшней тематики дня. Также здесь передвижение капитала, рабочей силы, приоритеты сотрудничества – это и есть главное данного альянса. И поэтому надо указать следующее, что во всех отраслях экономики – социальной, гуманитарной, экономической, политической – данная, конечно же, организация тюркских государств имеет перспективу на будущее. Общая площадь стран, входящих в организацию, превышает 4 миллиона километров. Численность населения – более 173 миллионов человек. Совокупный ВВП государств-членов и наблюдателей составляет около 1 триллиона 400 миллиардов долларов. Сегодня ОТГ является сложившейся устойчивой интеграционной структурой. В перспективах ее развития заинтересованы не только участники, но и весь тюркский мир. В условиях геополитической и геоэкономической неопределенности развитие организации является объективной необходимостью, а сама деятельность ОТГ включает более 20 направлений сотрудничества.
Обсуждено расширение сотрудничества между Азербайджаном и Азиатско-Тихоокеанской организацией космического сотрудничества. Министр цифрового развития и транспорта Рашат Набиев провел встречу с генеральным секретарем АПСКО ЮИЦИ. Стороны обсудили взаимодействие в научных исследованиях и образовательной сфере. Ранее вопросы подготовки высококвалифицированных инженеров нового поколения были обсуждены на встрече Рашата Набиева с генеральным директором Федерального космического агентства России «Роскосмос» Юрием Борисовым. Также Азербайджан намерен сотрудничать со Всемирной исламской организацией образования, науки и культуры в сфере искусственного интеллекта. Как сообщил министр цифрового развития и транспорта в соцсети, на встрече с гендиректором ИСЭСКО обсуждено развитие сотрудничества в инициативах по достижению устойчивого развития в Азербайджане с применением передовых технологий. Золотовалютные резервы Центрального банка Азербайджана по итогам сентября 2023 года составили 9 миллиардов 775 миллионов 300 тысяч долларов. За отчетный месяц прирост резервов составил 4,4%, более чем на 410 миллионов долларов. С начала текущего года динамика составила почти 8,7%, а в годовом выражении рост стратегических резервов Центробанка оценивается в 27,5%. Тем временем в Турции проходит 7-й конгресс рынков капитала страны. Он посвящен теме «Сильные рынки капитала, сильная Турция». В своем обращении к участникам мероприятия президент Турции Реджеп Тайп Эрдоган подчеркнул, что оно будет полезным для инвесторов. Он выразил намерение властей усилить государство, обеспечив его безопасность и процветание. На территории страны внедряется среднесрочная программа, известная как «Век Турции». Она направлена на укрепление связей между обществом и бизнес-сектором. Кроме того, Турция планирует привлечь прямые иностранные инвестиции и стать финансовым центром. За последние 21 год страна привлекла иностранных инвестиций на сумму 255 миллиардов долларов. Поэтому особое внимание уделяется дальнейшему развитию рынка капитала. Заместитель министра казначейства и финансов Турции отметил, что нынешний конгресс представит огромные возможности для расширения рынков капитала и укрепления позиций финансовых рынков. Сегодня наши рынки капитала являются наиболее уязвимыми в развивающихся странах и странах с дефицитом сбережений, таких как Турция. Рынки капитала имеют особое значение. Также очень важно, чтобы рынки капитала и финансовый сектор стабильно росли на прочной основе. Для обеспечения прогресса рынков капитала необходимо также развивать такие области, как страхование, лизинг и практику софинансирования. Общее количество инвесторов в инструменты рынка, от акций до долговых инструментов, достигло 11 миллионов. Число инвесторов на фондовом рынке, которое в течение многих лет составляло 1 миллион, возросло до 7,7 миллиона. Это произошло благодаря таким факторам, как рост числа публичных размещений и изменение инвестиционных предпочтений. Рыночная стоимость Стамбульской фондовой биржи в 2003 году составляла 69 миллиардов долларов и увеличилась в 4,5 раза, до 308 миллиардов долларов к июлю 2023 года. Потребители энергии должны понимать, что энергетический переход будет дорого им стоить. Цены на электричество в будущем вырастут. С таким предупреждением выступил глава французской энергетической компании Total Energy Патрик Пуяне на нефтегазовой выставке ОПЕК в Абу-Даби. Он также подчеркнул необходимость того, что правительства разработали планы для постепенного внедрения этого перехода, чтобы минимизировать его воздействие на экономику. Патрик Пуяне также выразил уверенность в стабильности цен на сжиженный природный газ в ближайшие 2 года. Однако глава компании продолжил и предположил, что к концу десятилетия цены на СПГ могут начать снижаться, учитывая множество новых проектов его производства по миру. По итогам 2022 года обрабатывающая промышленность Казахстана занимает почти 13,5% в валовом внутреннем продукте страны. Это является третьим показателем по вкладу в экономику после торговли и горнодобывающей промышленности. По словам министра промышленности и строительства
Каната Шарлапаева. Динамика производства промышленной отрасли положительная. В прошлом году произведенная продукция Казахстана составляла 44 миллиарда 300 миллионов долларов. Это более чем вдвое превышает данные пятилетней давности. В отрасли функционирует порядка 20 тысяч предприятий, которые обеспечивают 613 тысяч 700 постоянных рабочих мест. Кроме того, Шарлапаев рассказал про проект «Малые промышленные зоны». Министерством ведется работа по запуску проекта «Малые промышленные зоны». Проект предусматривает предоставление льготного кредитования для строительства готовых производственных помещений. Такого рода здания будут построены по всем регионам страны, и в них будут размещаться исключительно субъекты малого и среднего бизнеса, занятые в обрабатывающей промышленности. Акиматам регионов необходимо ускорить процесс запуска проекта «Малые промышленные зоны». Премьер-министр Алихан Смаилов объявил, что по итогам 8 месяцев этого года объем производства обрабатывающей промышленности вырос более чем на 4%. По его словам, сегодня также ведется работа по составлению списка крупных проектов для создания кластеров высокой добавленной стоимости. Речь идет об отраслях нефти, газа и углехимической промышленности. Международный центр развития нефтегазового машиностроения активно работает над локализацией производства глобальных компаний и передачей технологий. Кроме того, в текущем году будет актуализирована дорожная карта развития легкой промышленности. В ней должны предусматриваться такие меры, как возмещение инвестиционных затрат при создании текстильных производств, поддержка отечественных производителей при госзакупках. Для развития отечественной обрабатывающей промышленности важным блоком является привлечение инвестиций. В ряде регионов в этом году объемы финансовых вложений в отрасль снизились. Министерством иностранных дел и промышленности совместно с акиматами регионов необходимо активизировать работу по привлечению инвестиций в сектор и обеспечить достижение планового показателя. Эксперты Международного агентства по атомной энергии начали работу по оценке выбора территории села Улькен в Казахстане как потенциального места для строительства атомной электростанции. Об этом сообщили в пресс-службе Минэнерго страны. Группа экспертов МАГАТЭ со 2 по 6 октября будет оценивать результаты исследований по выбору района размещения АЭС. По итогам работы будет представлен отчет с предложениями и рекомендациями для дальнейшего определения оптимальной площади размещения станции. Ранее президент Касым-Жомарт Токаев предложил вынести вопрос строительства АЭС на общенациональный референдум. Проект планируется реализовать международным пулом инвесторов. По данным Минэнергетики Казахстана, работы могут занять до 10 лет. Стоимость одного энергоблока в среднем составляет 5 миллиардов долларов. Специалисты атомной отрасли и население в основном поддерживают идею строительства. Против выступают некоторые общественные деятели и экоактивисты. Если будет принято решение о том, строительство станции, следующая работа начнется по технико-экономическому обоснованию. Там будет определяться, где располагается станция, именно где будет располагаться, в скольких километрах от поселка или от озера, какие технологии будут применяться. И по данному технико-экономическому обоснованию будут проведены экологические слушания, то есть будет обсуждение. То есть много ли воды потребляет, вот из того, что мы слышим, что озеро мелеет, воды недостаточно. В Туркменистане принят закон о присоединении страны к основному многостороннему соглашению о международном транспорте по развитию транспортного коридора Европа-Кавказ-Азия. Присоединение Туркменистана к программе «Тросека» направлено на развитие транспортного сектора страны, а также на содействие развитию межрегиональной экономики. Основное многостороннее соглашение о международном транспорте по развитию коридора было подписано на саммите в Баку в сентябре 1998 года. 12 странами. Программа «Тросека» позволяет развивать экономические отношения, торговлю и транспортное сообщение в регионе Европы, Черного моря, Кавказа, Каспийского моря и Азии. Мы продолжим следить за самыми актуальными новостями из мира экономики. Лили. Благодарю, Медина. Напомню, что о наиболее актуальных новостях из мира экономики рассказала моя коллега Медина Курбанова. А это были все новости к этому часу. С вами была я, Лейли Гусейн-Лев. Всего доброго. До скорых встреч.